Здравствуйте, дорогие друзья! Я Бахтина Елена, и сегодня я хочу вам рассказать о том, что нужно есть предпринимателю, чтобы еще лучше соображать, зарабатывать еще больше денег, быть еще более успешным и при этом не тратить свою энергию здоровья, а наоборот наслаждаться этим процессом. Действительно, у меня в окружении достаточно много предпринимателей, и я вижу их проблемы, я вижу, чего они еще хотели бы от своего здоровья. Это жизнь в постоянном напряжении, и это не минуты покоя, то есть это постоянные мысли насчет собственного бизнеса. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно активно, хорошо работающая кора больших полушарий головного мозга, для этого ее нужно накормить, и нам нужна антистрессовая защита, потому что у предпринимателя происходит истощение коры надпочечников. Поэтому я сформировала такое комплексное предложение для вас, состоящее из 5 продуктов, которые просто обязан использовать предприниматель, если он видит, что он может быть еще более эффективным. Итак, первая позиция – это, конечно, омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, потому что они входят в структуру мембран клеток, и они обеспечивают более быстрый процесс запоминания, более быстрый процесс анализа информации. Как это? Я это знаю. Я веду группу особенных деток, которые не умеют писать, не умеют читать, есть проблемы с обучением, трудности с запоминанием. И вот стоит дать им омега-3, как начинают они лучше соображать. Конечно, на взрослом человеке, может быть, вы так сильно это не заметите, но в целом это, конечно, тоже имеет место быть, поэтому этим моментом можно пользоваться. Продукт номер 2 – это, конечно, лецитин. Лецитин – это фосфолипиды. Что такое предприниматели? Это еще заключение сделок, это какие-то переговоры. И, конечно, страдает печень, потому что не только кофе бывает на этих встречах. Соответственно, лецитин или фосфолипиды – это то, из чего наша печень состоит примерно на 50%, а головной мозг – на 30%. И тоже по деткам, например, хорошо видно, как у них просто скачкообразно растет способность запоминать информацию, если достаточное количество фосфолипидов в их пище, если их мама и папа дают им дополнительные фосфолипиды. Но вы взрослые люди. Как правило, мое обращение к мужчинам и к женщинам, которые имеют собственный бизнес, и вы можете себе это обеспечить, и у вас есть финансы для того, чтобы накормить структуру головного мозга. А третий пункт – это витамины группы В. Я не люблю давать в чистом виде витамины группы В, поэтому я всегда предлагаю какой-то комплексный продукт. Знаете, что я использую продукты, которые с любовью и с высоченным качеством сделала компания Nature Sunshine Products, NSP. Вот, вы можете посмотреть ссылочку под этим видео, зарегистрироваться и использовать то предложение, которое использую я. Это суперкомплекс, это все витамины, и в том числе витамины группы В для вашего головного мозга, потому что без витаминов группы В ему совсем грустно, и нужно их дать. Четвертое предложение касается коры надпочечников. Когда ваш организм, когда кора надпочечников делает стрессовые гормоны, происходит сжигание бешеного количества витамина С. А витамин С не накапливается в нашем организме, только надо съесть. И один стресс делает где-то минус 60 мг витамина С, а в сутки мы получаем, если 30, то это хорошо. То есть мы в постоянном дефиците. Соответственно, если вы будете давать себе 1 грамм витамина С слоисто, высокодозированно, защищенного флавоноидами, это требование к витамину С, и я использую именно такой, то вы просто защитите свою кору надпочечников от выгорания. Это называется синдром истощения коры надпочечников. Для предпринимателей это страшно, когда надо делать кучу работы, а ты не можешь себя оторвать от кровати. Поэтому, пожалуйста, просто не попадайте в такую ситуацию. Для того, чтобы этот витамин С работал еще эффективнее, я туда добавляю 1 чайную ложку пчелиной пыльцы или использую капсулированную пчелиную пыльцу, которая не вызывает аллергии. 2 капсулки пчелиной пыльцы и 1 грамм витамина С.
выпила, потому что я тоже предприниматель, у меня все эти проблемы, выпила и жду 2 часа. Если в течение 2 часов мне не захотелось сделать что-то новое, позвонить партнеру, сделать какую-то важную рассылку, это значит мне мало. Я делаю еще один раз витамин С 1 грамм плюс 2 капсулы пчелиной пыльцы и жду, что со мной происходит. Ну, как правило, после второго захода я уже в бою, я уже делаю свои дела. Хотела вам сказать только о 5 этих моментах. Итак, омега-3, лецитин, витамины группы В, пчелиная пыльца и витамин С. Но есть еще и сосудистые травы. Вот в сосудистых травах нужно, знаете, как пальцем в небо иногда попадаешь. Вот одним подходит одна, а другим другая. Поэтому по сосудистым травкам, которые улучшают приток крови к головному мозгу, например, это гинкго биллоба. Просто нужно протестировать. Вы используете гинкго биллобу, я использую очень высокодозированную, ту, которая 120 мг в одной капсулке. Или попробуйте сразу скомбинированный гинкго гутукола, например. Гутукола – это трава памяти, которая улучшает венозный отток. Или возьмите в чистом виде гутуколу, только, пожалуйста, делайте так, чтобы это был качественный товаропроизводитель и высокое качество самого продукта, чтобы не было там 8-й воды на 16-м киселе. Вот такой подход к активности центральной нервной системы и к активности надпочечников для того, чтобы защитить наших замечательных предпринимателей от выгорания. Надеюсь, была вам сегодня полезна. До новых встреч!